Всем привет! С вами канал Коллекция монет. Следующая биметаллическая монета на канале. Монета Финляндии. Номинал монеты 5 евро. Год чеканки 2013. Материал монеты биметалл. Центр медно-никелевый сплав. Кольцо алюминиевая бронза. Гурт монеты гладкий. Отношение аверса к реверсу медальное. Вес монеты 9,8 грамма. Диаметр 27,25 миллиметра, толщина 3,35 миллиметра. Отчеканена монета на монетном дворе Хельсинки Ванта. Общим тиражом 65 тысяч экземпляров, 10 тысяч в качестве пруф. Вышла монета в составе серии «Исторические регионы Финляндии», серия из 9 монет выпуска 2012-2013 годов. Монета 2013 года посвящена историческому региону, который называется Остроботния. Изображен на монете традиционный бревенчатый дом. Я так подозреваю, на территории этого исторического региона ничего более серьезного не нашлось. Только обычный дом, в котором живут обычные люди. Является этот дом традиционным жилищем. В Остроботне такие дома окрашены в красный цвет. Ну, являются эти дома традиционным элементом местной культуры. Очень много подобных домов было построено в этом регионе. С 18 века до начала 20 века они строились. То есть очень много лет многим из этих домов, но они по-прежнему в строю, и люди в них по-прежнему живут. Очень он высокий, массивный, тяжелый. В общем-то, на монете изображен сам дом, знак дизайнера, надпись Suomi Finland, Финляндия на финском и шведском языках. На другой стороне герб исторического региона Остроботния, тоже знак художника, знак монетного двора, номинал 5 евро и год чеканки 2013. Цену на эту монету начинаются примерно от 500 рублей, хотя встречаются и чуть подешевле. И опять же, все зависит от качества и состояния монеты. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. До новых встреч.